Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game, и у нас с вами завершилось вот это событие с всемирным боссом. Я даже не смог на него посмотреть, что он из себя представляет, потому что в последние дни навалилось очень много проблем, и их нужно решать. Из-за этого и выпусков гораздо меньше, и всего меньше видео на канале. Но ничего страшного, я надеюсь, что в ближайшее время все утрясется, все будет хорошо. Что мы отсюда получим с вами? ДНК, монетки и, естественно, статуи на 10%. Это неплохо. Также получаем очки доверия. Давайте быстренько сейчас заберем. Из-за всего этого мне также не удалось на самом деле вчера заказать здесь себе животных. У нас с вами был заказан акроконтозавр, давайте попытаемся забрать, посмотрим, что нам отсюда выпадет. Ну, как минимум 600 тысяч еды, еще неплохо, отлично, 900. И акроконтозавр, нам все-таки везет, и нам приходит акроконтозавр, нормально, последние пару дней реально везет здесь. Забираем отсюда, здесь у нас, если не ошибаюсь, ДНК и какая-то ерунда была, то есть это, в принципе... Не так важно, самое главное здесь ДНК. И как видите, у меня на данный момент очень плохо заполнена шкала. То есть если мы с вами возьмем гиенодончиков, давайте 10 карточек, потом сейчас посмотрим быстренько рекламку, то все равно мы не заполняем ее. И в чем самая большая проблема, то что у нас сейчас есть Смелодон и Залмаксес, которые за рубли, а мне нужно уезжать буквально через... Там 20 минут уже нужно будет в машине ехать дальше. Так что на самом деле на этой неделе я тоже думаю, что мы будем с вами докупать бриллиантовую награду за доллары. И здесь уже ничего не поделаешь. Надеюсь, что все в порядке будет. Надеюсь, что ничего не заглючит. Кстати, да, они вернули вот эту систему покупки бриллиантовой награды за доллары. Потому что одно время ее не было. Я думаю, что, может быть, многие жаловаться начали. Может быть, это просто заглюк какой-то системы был. Может быть, я в какое-то не то время заходил и пытался ее приобрести себе. Из-за этого, я тогда, помните, у меня несколько раз слетала линия на следующей неделю, то есть у меня ее просто не было, этой шкалы. Теперь все это вернулось, все в порядке. Сейчас, секундочку, я хотел глянуть вот здесь, вот что мне нужно было сделать. 2 миллиона с хищников, и только что мы с вами собрали еще 1 400 000 где-то, да? И по схваточкам, смотрите, у нас с вами есть шоу арены, с которого мы можем получить легендарный наборчик, и здесь нужно провести, я так понимаю, только одну схватку. Я не думаю, что это будет очень сложная схватка, давайте быстренько ее пройдем, тем более мы можем и Доминус Рекса взять, и, ну, Терчика возьмем, и вот это возьмем. Ну, только для любое животное уровень 30 или выше. А, я понял. Любое животное. Вот так подойдет? Подойдет. Все хорошо. Мы можем сейчас индоминусом нашим самым сильным и птерчиком их загрызть просто на изи. Нам даже птерчик не нужен был. То есть у нас получается с вами практически халявный набор легендарный. Это как минимум 1300 очков доверия. Тираннозавр. Бить будет? Бить он не будет. Надеюсь, что это блок бонус, так что мы сейчас два... Нет, это два блока, зараза, как же так, а? Эх, просто это на самом деле отнимает время. Мне сейчас нужно срочно убегать, но при этом я хочу, очень сильно хочу получить этот набор. Потому что это действительно халявные 1300 очков доверия, и это халявный легендарный динозавр. Давайте. Последний тираннозаврик, 1400 здоровья. Мы его тоже в один удар забиваем. Сейчас посмотрим, что он будет делать. У него 5 ходов, 537 атаки. И он меня сейчас кладет в 5 ходов, обалдеть. Он меня кладет индоминуса в 5 ходов. Молодчина. Но именно поэтому у нас с вами есть тираннодончик. У нас сейчас 4 хода, мы его спокойненько с вами гасим. То есть никаких проблем нету. И пойдемте посмотрим, что нам выпадет из наборчика. Вот такие события я люблю, когда вот так вот просто тебе выдают легендарный набор. Это просто супер. Мне интересно, это как-то входит в те подарки, как... Зухамим еще один, шикарно. Это как-то входит в те подарки, которые сейчас идут в честь, какие там, 20-летия Jurassic Park или нет? Ну, прям даже не знаю. Итак, у нас сейчас 2700 очков доверия. Как раз можно будет, когда я вернусь, заказать себе вот здесь вот динозавра, потому что, мне кажется, нам до этого немножечко не хватало. Ну что ж, мы с вами продолжаем. Итак, у нас можно, естественно, отсюда забрать награду. Можно за 1184 доллара докупить бриллиантовый приз. В принципе, это не так дорого. На самом деле, порой даже я дороже участвую в каких-нибудь дополнительных вот этих вот покупках карточек. Так что давайте забирать, посмотрим, что нам выпадет. Надеюсь, что выпадет что-то хорошее. Ах, ладно, погнали. Надеюсь, что что-то хорошее. Ну, вообще, желательно, чтобы выпал сам бриллиантовый приз, чтобы много получить. Нет, он прилетел, бог с ним. Мастодонзавр еще один. Вот это нормально, потому что у нас с вами один есть. Мы сейчас выведем с вами еще одного, потом проэволюционируем. У нас он будет 20 уровня. А здесь у нас с вами гиенодончик. Давайте посмотрим, выиграем мы или нет. Нет, гиенодона мы с вами не выиграем. Ладно, 750 тысяч и еще почти миллион. Хорошо. Еда опять почти 20 миллионов уже. Отлично. Здесь я не смотрел видео. А, это точнее уже на следующий день. Тут у нас Бакулит, Эриопс. Это все неинтересно. Ну, давайте участвовать в Динохэре. В принципе, мы сейчас с вами еще получим бронзовую награду и серебряную награду таким образом. Очков доверия почти не осталось, всего 1500. Ну, да ладно. Я думаю, что сейчас мы в каком-нибудь поучаствуем опять в ивенте. И там с вами немножечко подцепим. Глиптодон мне не нужен. Давай саркастодона хотя бы.
Ладно, плевать, пускай будет гриптодон. Ну и серебряный приз, давайте смотреть, что нам здесь выпадет. Выпадет анкилозавр, ладно, хорошо. В принципе, здесь нам тоже особо так шибко ничего и не нужно, потому что у нас с вами уже все есть. Самое главное это заполнять полосу, чтобы получать вот таких животных, вот таких вот легендарок и вип-легендарок. Так, дальше, давайте быстренько сейчас соберем отовсюду монетки. Я думаю, что у нас, по идее, должен выполниться задание с хищниками. Ну-ка, не, нифига не выполняется задание с хищниками, не хватает мне денег, потому что не так много, не так много времени прошло, осталось еще 200 тысяч собрать, довольно-таки много на самом деле. Это крайне неприятно, всего 300 тысяч собрали, и здесь у меня никаких хищников, кажется, ну, перераптор, но это копейки, это все копейки, это так, с этого мы нужного количества с вами не получим. Ну, здесь у меня в основном травоядные птеры, зухамимчик, кстати, зухамим 10-го, да, я хотел продолжать выводить сейчас их ихтиостек. И для этого нужно посмотреть, мы можем всех забрать или нет. Мы можем забрать вот эту ихтиостегу и правую ихтиостегу. И здесь у нас на ютиранности Троадоне еще по где-то один день, по два дня. 5 ихтиостег в общей сложности, нам нужно еще 3. То есть мы сразу можем заказать еще 2 амфибии. У нас 14 тысяч нормально. Мастодонзавр. Ладно, пускай выводится мастодонзавр. Это 6 часов, это не так дорого. А вот, в смысле, не так дорого, это не так долго. А вот здесь мы с вами возьмем ихтиостегу за 3300. И как раз, когда у нас выведется, мы закажем с вами еще 2, и у нас с вами будет 8. Идеально. С этим разобрались. Дальше давайте посмотрим, что у нас все-таки сегодня есть интересного по событиям еще. Монстры биокупола. Это что такое? Мегатерий, сумчатый лев, динотерий, индрикотерий. Понятно, это все кайнозой. Здесь у нас что скрывается внизу? Это у нас Далихринхопс, суперредкий. Сложная битва. Ну, да, неприятная. Титанобо, Бронтотерий, Мамонт. Причем все довольно-таки сильные. Против Титанобо, естественно, нужно Гесторни собрать. Дальше мы с вами возьмем Телокосмила. И против Мамонта, ну, Гинодончика, например. Погнали. Довольно-таки сильные соперники. Поэтому я думаю, что в следующих схватках там будут тоже довольно-таки неприятные ребятки. Ладно, давайте через бонус разыгрывать. Он, естественно, сейчас сменит. Он сейчас сменит. Посмотрим, что он дальше будет делать. Будет наносить удар или нет. У Гасторниса мало здоровья. Очень мало здоровья. Нет, удар не наносит. Это отлично. Так что сейчас мы с вами меняем на Гиенадона. Берем блок, берем бонус. Хотя... А если это у него бонус? Давайте нанесем 2 удара. В надежде это бонус, и мы его забиваем. Отлично. Отлично, Мамонт улетает. Сейчас, конечно же, кто там у нас? Бронтотерий, все правильно. Бронтотерий меня высечет, потому что у него будет 3 хода. И он, скорее всего, нанесет все 3 атаки. Но это для него очень плохо, потому что дальше приходит Телокосмил. И мы уже Телокосмилом вынесем его. У него всего 696 здоровья. Это вообще ерунда. С одного удара его выносим. Берем, например, 2 бонуса. Титанобо забивает Телокосмила. А дальше мы уже Гастронисом забиваем Титанобо. Идеально получалось разыграть, просто шикарнейшее. Она, правда, забивает с одного удара. Вот это плохо. У нее 3 хода. Там может быть блок и бонус. После этого. Да. Она наносит 3 удара, потому что она рассчитала бонусы как блоки. Нам очень везет. Все. Спокойненько сейчас ее забиваем. Идем в следующую схваточку. Окей, следующая схваточка. Гиенодончик. Гиенодон, Гиенодон. Но здесь придется всех восстанавливать, потому что другого варианта нету. Восстанавливаем Гасторниса. Берем против Индрикотериев Телокосмила. И, наверное, возьмем Брототерия. Я думаю, что так мы должны проходить. Я думаю, что так у нас будет все в порядке. Он, естественно, сейчас поменяет, возможно, даже удар нанесет, но маловероятно, что забьет меня. Ну да, это ему ничего не даст, потому что у Индрикотерия-то никакого бонуса нет, о чем я. Сейчас, секунду, сейчас подумаем, что мы с вами будем делать. Наверное, разыграем через блок и 2 бонуса и посмотрим, что он поставит. Потому что у него 3 хода. Но будет ли он... Да, он будет наносить 3 удара, это нехорошо. Гасторнис выживает. Гасторнис держится. Давайте возьмем Телокосмила. Сейчас мы его в 2 удара не забиваем, по идее. Надо проверить. Нет, не забиваем, не хватит ударов. Так что нам с вами нужно нести 3 удара и взять бонус. А там уже будет видно, что будет делать следующий Индрикотерий. Опять же, урон очень маленький. Он может сменить, как вариант. Скорее всего, он это и сделает. У него 3 хода, значит, потратит 1 ход, останется 2 хода. Да, он меня никак не пробьет. Не должен. Я надеюсь, что нет, пробивает. Если он наносит оба удара, он меня пробьет. Но ничего страшного, потому что сейчас мы его сразу Гасторнисом пробьем в ответку. Да? У нас 560, 1478 здоровья. Придется, конечно, 3 удара наносить. 1, 2, 3. 3 удара пробиваем и берем 2 бонуса. Нормально. И дальше уже Бронтотерия и Мендрикотерия тоже должны забивать спокойно. Конечно же, ему, чтобы пробить Гасторнису, нужен 1 удар. Но нанесет он как минимум 3, потому что рассчитает как 3 блока. Может и 2 удара нанести? Нет, 3 удара. Все отлично.
все работает стандартно, так как и должно работать. Потому что иногда, иногда компьютер такое ощущение, что себе, ну, как бы подыгрывает, потому что как будто бы знает, что ты сделал, и наносит очень непонятные удары. То есть, как бы у тебя должны блоки стоять, он взял и нанес один удар или два удара, да? Такое тоже бывает. Окей. Индрикатерия забиваем, пошли в третью схваточку. Амфицион, амфицион. Но опять все придется, конечно, восстанавливать. Давайте Гасторниса. Возьмем Гасторниса. Дальше возьмем. А, против сумчатого льва. Нам, конечно же, хорошо бы титанобол свою использовать. Ну и давайте Гинодона. Должны все проходить, не должно быть никаких проблем с этим. Здесь все должно быть тоже довольно-таки просто. Естественно, он, как всегда, меняет, несет удар, либо поставит блок. Ну или. Или бонус. Одно из трех, четвертого не дано. Посмотрим, что будет делать. Может быть, и пробьет. Нет, бить не стал, это хорошо. Давай через титанобо. Если там блок, то мы тебя все равно прибиваем, даже если это блок. Отлично. Сумчатый лев вылетает. Сумчатый лев был довольно-таки неприятен, потому что у него очень много урона. Ну и дальше уже остаются только у нас скальные, и у нас Гасторнис есть против них. То есть, в принципе, все неплохо. Амфицион. Два удара, да? Не наносит? Как странно. Один блок, и мы его забиваем. Слушайте, это прям очень странно. Он зачем-то взял блок-бонус, мог пробить пару раз и... Ну, ладно, бог с ним. Конечно же, Титанобо сейчас нанесет все три удара и возьмет, скорее всего, блок. Но это ей не поможет, потому что Гасторниса мы должны выносить на изи. Просто на изи. 560, нам нужно 3 атаки, чтобы забить. У нас будет 4, и этот блок ей никак не помогает. Пойдем смотреть, что у нас с вами в наборчике. Глядишь, может быть, действительно что-нибудь неплохое зацепим. Конечно, там кинозонские животные, но все же. Все же может выпасть что-то хорошее. Колесо призов? Как странно, давненько я такого не видел. То есть мы можем либо так что-то выиграть, либо получить набор еще. Ну, понятно, амфициона получаем. Это, кстати, крайне странно, потому что такое встречается очень-очень редко. Ладно, что скрывается внизу, я пройду позднее. Давайте сейчас быстренько пройдем с вами легендарный наборчик. Здесь у нас с вами обычные животные, и я вижу, что они не очень сложные, так что, скорее всего, увидимся, как всегда, в последней схваточке. Окей, у нас с вами последняя схваточка, погнали. Здесь, в принципе, уже ничего сложного не должно быть, потому что мы с вами можем взять обычного, ну, обычного нашего самого сильного Индоминуса. Давайте, наверное, возьмем Остапозаврика заодно и Апатозавры, и это должны проходить на изи. Конечно, соперники довольно-таки сильные, но мы должны справляться. Мы по-любому должны справляться. Сыграем через бонус, забить он меня никак не сможет. Ну, даже если я нанесет два удара, все равно это не нанесет так много урона мне. Один удар, один блок, скорее всего. Значит, чтобы его пробить, нам так и так нужно наносить три удара. Но мы этого делать не будем. Разыграем с вами через блок и два бонуса давайте возьмем. Надеюсь, что... Да, это, блин, бонус. Это бонус. Это нехорошо. Если сейчас нанесет три удара, он... Один удар. Окей. Компьютер играет как-то очень гениально сегодня. Давайте предположим, что все-таки это один блок. Что это не два блока. Естественно, в два удара мы тебя забиваем. Нанесем три, возьмем два бонуса. Это один блок, его забиваем. Но потом еще будет бонус у Раджастеги. И у него будет 4 хода сейчас. Угу, и 1000 урона. Будет наносить все 4 удара? Как вариант. Нет, 3 удара, и он меня забивает. Вот ведь зараза, а. Нам нужно было, чтобы он 4 нанес. Нам бы тогда попроще было. Но ничего страшного. Сейчас все равно Стопозавром мы его выносим. У нас сейчас 6 ходов. А выносим-то мы тебя, в принципе, в 3. Или в 4. 4, пардон. В 4 я имел в виду. В 3 удара мы забиваем, и 4 против блока. Берем 2 бонуса, все отлично. Конечно, Сухариптер нас забьет. Опять же, забьет, скорее всего, просто в один удар. Да. Но дальше нам нужно с вами постараться разыграть все апатозавром как можно более надежно. Он наносит 3 удара. Идеально. То есть у него максимум, что может быть, это 5 блоков, а у нас 6 ходов. О, 5 блоков. У него было 5 ходов, значит, у него осталось 2 блока, так как он 3 удара нанес. Сори. А у нас с вами 6 ходов. Да не, мы спокойненько пробиваем его. Тут вообще никаких проблем. Тем более у него 2 блока всего. Просто идеально. Ну что, пошли посмотрим, что у нас из этого сейчас легендарного наборчика выпадет. Может быть, опять какой-нибудь хороший динозавр, потому что... Не, ну Зухамим это было круто. Хорошо бы, конечно, их Тиастегу получить, чтобы не тратить на нее очки ДНК. Ну-ка... Наборчик. Доллары, еда, ДНК. Скафагнат. Вот, скафагнат это тоже хорошо, потому что скафагнатов у нас не так много, и скафагнаты нам нужны. Так, еще 1300 очков доверия. У нас, в принципе, сейчас 2800.
И на самом деле на сегодня у нас больше ничего сделать нельзя. Да, конечно же, можно поучаствовать в этом наборчике. Но я не хочу, честно говоря, тратить... сейчас восстанавливать доллары, чтобы сражаться с настолько сильными динозаврами. Это абсолютно не нужно, потому что эта награда нам сейчас не нужна. У нас этот динозавр есть, мы его можем выводить за ДНК. Какой от этого смысл? Так что на этом я предлагаю сегодняшний выпуск завершить. Завтра постараюсь сделать следующий. Но если будет не завтра, то уже послезавтра, абсолютно точно. На этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.